В очередном матче Гран-при Кубка Лиги включается команда 2001 года выиграла 2-2-3. Наша гостья команда ЦСКА выступает с наибольшим составом. Вратарь команды Николай Радченко, номер 1, Никита Бондарев, номер 2, Александр Синьянов, номер 3, Даниил Семенин, номер 4, капитан команды, Даниил Трудов, номер 5, Мухаммад Бир, Аитов, номер 6, Антон Контракт, номер 7, Хасан Тамаев, номер 8, Денис Стрельцов, номер 9, Кирилл Шельков, номер 10, и Алексей Давидов, номер 11. Главный тренер команды Дмитрий Первушин. Ставка сетка на турнире. Виталий Бондар, номер 1, вратарь команды. Ярослав Калистук, номер 78. Михаил Рубков, номер 14. Дмитрий Суслов, номер 5. Артем Суханов, номер 2. Илья Петухов, номер 52. Максим Петров, номер 9. Николай Фрунзенов, номер 19. Илья Петросян, номер 11. Илья Рицак, номер 77. Кирилл Кривов, номер 20. Главный тренер команды Максим Мишаев. Матч будет в том фронте. Мы собираемся в районе Дмитрия Сергея и Савидова Владимира. Смотри эти вещи! Не, здесь верно, не тюрьма, но не стоит. Не знаю, больно на кого. Thank you.
три момента. Блин, ну ты хрена. Да смотри сюда, вторая волна. Да, что ты делаешь? Получай тебя. Расставляемся между ними. Хорошо. Yeah.
получай тебя!